Международная организация ТАФИСА на предстоящий год стала одним из приоритетных партнеров нашего региона. Уже через 11 месяцев в Ульяновске пройдет Всемирный фестиваль боевых искусств. Соглашение о его проведении подписали губернатор Сергей Морозов и президент Международной ассоциации спорта для всех ТАФИСА Джу Хо Чанг. Одна из причин восточного единоборства является одним из ведущих видов спорта. Russia is the one of leading country to promote martial art. И Россия занимает лидирующие позиции в продвижении этого вида спорта. But Ульяновск will be the center of the to promote of martial art. И мы приняли решение, что Ульяновск будет одним из центров первичного развития этого вида спорта. ТАФИСА – международная организация, деятельность которой направлена на поощрение физической активности ради здоровья, социального взаимодействия и общения людей во всем мире. ТАФИСА является ведущей организацией в мировом движении массового спорта и насчитывает свыше 130 стран-участников. Под ее эгидой с 1991 года во всем мире ежегодно проводится Всемирный день ходьбы. С 1992 года раз в 4 года проходят Всемирные игры «Спорт для всех». Ульяновская область последние годы очень уверенно занимает свое место на карте Российской Федерации, на спортивной карте Российской Федерации, с событиями, на самом деле, уже не только российского, но и международного уровня. Мы с успехом провели чемпионат мира по хоккею с мячом, провели чемпионат России по кикбоксингу и многие другие мероприятия спортивные. И успехи в части развития спорта, развития спортивной инфраструктуры были признаны на уровне страны, и сейчас проходит форум «Россия – спортивная держава». Теперь впереди Всемирный фестиваль боевых искусств. Мероприятие такого уровня – огромный шаг не только для Ульяновской области, но и для всей Российской Федерации. В Ульяновск съедутся титулованные чемпионы и профессионалы из большинства стран мира. Безусловно, проведение фестиваля поможет установить долгосрочные партнерские отношения со многими мировыми организациями, привлечь дополнительные ресурсы для развития спорта, сделать инфраструктуру Ульяновской области более комфортной. Российский союз боевых искусств уже включен в работу. По развитию боевых искусств, наверное, Ульяновская область занимает такую лидирующую роль, так как и руководство поддерживает нашего филиала, и исполнительный директор очень активный. Ребята выступают на всех международных, на всех мероприятиях Российского союза боевых искусств. И есть у вас уже победители и кубков мира, чемпионатов, так что чемпионы у вас даже на улицах, фотографии висят. Кроме того, существует целая система адресной поддержки как федераций, так и отдельных талантливых спортсменов. В их числе бесплатное посещение музеев, театров, выставок для победителей соревнований российского уровня. Кстати, эту сугубо ульяновскую фишку сейчас берет на вооружение вся Россия. Еще не закончился международный спортивный форум, а уже впереди обозначился четко новый горизонт – Всемирный фестиваль. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.